Милош Бекович перестал скрывать новую возлюбленную. Отмечается, что пара собирается вместе жить в доме артиста. 34-летний сербский и российский актер Милош Бекович в прошлом году расстался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Тогда девушка призналась, что устала от эгоизма артиста. Однако сейчас, кажется, Бекович нашел себе новую возлюбленную. Ею стала юристка из Черногории Ивана Малич. Сейчас пара вместе отдыхает на Бали. В своем блоге актер поделился совместным снимком с избранницей. На фото пара позирует в одной из местных кафешек. Кофе-брейк – это значит еще 100 калорий в виде пирожков с кофе. Но мы не на пирожки заехали, а на кофе, потому что мы ведем ЗОЖ, написал Милош. Отмечается, что после отпуска знаменитости собираются въехать вместе в новый дом, который Бекович построил в пригороде Белграда. Возможно, скоро звезды объявят и о своей помолвке. Подписывайтесь на канал, чтобы вовремя получать новые видео.